Видеодневник, выпуск 13. Сегодня 20 января 2016 год. Я спою песню о войне. Она тоже очень долго лежала в старой тетради, эта песня. И в 2016 я подправила последний куплет. Первый куплет о Первой войне мировой, второй куплет о Второй мировой войне и третий куплет — война в Чечне, в Афганистане. Поезд стучит, поезд несет, едет солдат, едет вперед, будет служить, будет давать клятву своей стране. Годы пройдут, дни пролетят, будет солдат помнить ребят, будет смотреть старый альбом, пятеро на войне. Жив остался тот, кто справа на коне. Снова война, снова поход, вот уж и сын руки берет, и автомат, и пулемет, жизни стоит и идет. Восемь друзей, восемь орлов, взяли курс, взяли Псков. Звезды летят, всем на погон, о, как высок полет. Жив остался, значит, пуля не берет. Войны прошли две за горой, в мирные дни счастье покой. Службу несет русский солдат, зорко глядит в туман. Но где-то война, где-то бои, вот и пришли наши гробы. В чем же, друзья, смысл войны? Чечня, Афганистан. Тот, кто справа, был бы вскоре капитан. В чем смысл войны? В чем?